Он просто по волнам прыгает, как прирожденный скилл-тестер. О, я первый. Да ладно, накаркал. Что это? Чего? Паша, как дела у тебя? Нормально все? Кукареку. О, правильно. Кукареку. Да все, на кукарекал меня тут. Я взорвался за тебя, пипец. Леха, я сзади, давай. Это не честно. Кто-то в самолет разбросал свои. С вами Джейл, и сегодня со мной Фейзен. Мы играем в GTA 5 Online с долгожданным режимом. Спуск без тормозов. Всем здорова. И сегодня, чуваки, у нас будет жесткий спуск. 3 в 1, ребята, вы зацените. Так, мне нравится, что начинается у нас с реактивных тачек. Поэтому, ребята, взлетаем в космос. Ракет воды. Это пипец. Я сверху смотрю, это реально 3 в 1 спуск, чуваки. Поэтому с вас однозначно лайкусик. Но, ребята, чем больше лайков, тем чаще будете выходить. Это крутая рубрика. Да-да. В смысле? Я сразу мимо улетел. Стой! Капец, чуваки. Это что за подстава? Подстава такая. Так, максимальный разгон. Паша, полетели. Главное не тормозить. Ребята, тут у нас волнистый спуск. Спуск по потом платформам. Далее у нас еще какие-то непонятные зелебобы там. Ой-ой-ой, штучки. Так, главное, смотри, что. Можно взять разгон и прям ровно до финиша долететь. Так, 1, 2, 3. Максимум скорости. Вот так. Ракет-волтик рули. Реально, самое крутое, что начинаем мы на ракет-волтике. Поэтому, чуваки, с вас лайкос, подписка на канал и колокольчик. Ну и я напомню, ребята, что в прошлом видосе Паша у нас проиграл стенки на стенке. Поэтому сегодня он должен выполнить жесткое наказание на этом спуске. Какое? И, чуваки, я выбрал реально самое крутое наказание, которое вы долго-долго, очень много раз просили. Это ему придется кукарекать сегодня на ролике, вы понимаете? Да, Паша, будешь сегодня кукарекать. Так, ты кто, курица или петух? Говори сразу. Я петух. Ты будешь цыпленок, все, цыпленок. Цыпленок Паша, ребята. Давай, ровно 1 минуту, ну, скажем так, примерно на 15-й минуте, я тебя заставлю кукарекать 1 минуту без остановки, ты понял? Офигеть, 1 минуту, это жестко. Вот такое наказание выбрали зрители, поэтому, ребята, сегодня главная цель — занять 1-е место. Но кто проиграет среди нас, получит еще одно наказание от вас в следующем ролике. Я буду пытаться выиграть тебя, чтобы ты выполнял наказание. А у тебя... О, ну-ка, ребята, цель, сбить подписчиков. Так, вон летит, красный. У меня так, цель давай, сбить давай, тебя! Давай. На нафиг! Попал! Так, главное самому не попасть потом только в этот стену. Ребята, у меня пока что 3-е место. Я вроде в топ-3 вхожу победителей. И давайте быстрее обгонять чуваков. А я 4-й, Леха, и тебе хара! Ты сзади меня? Не-не-не, ребята, быстрее. Да, я уже сзади. Если Паша на 4-м месте, он будет делать все, что угодно, чтобы меня оставить на последнем месте. И ты будешь кукарекать в следующем видосе. Не буду, чище кукарекать. А не-не-не-не-не-не. Уйди, здрасте! Так, а я по тебе проеду, мне пофигу, вот так. Нет, ты чё? Давай, грузовик против самолета, чуваки. Кто сильнее? Оп. Пакет. Ой, я застрял. Все, скилл у меня попытался, в итоге сам застрял же. Ребята, напоминаю, сегодня у нас цель 1-е место, поэтому надо реально сегодня профессиональных 3 чуваков, которые меня обогнали, чей 2, обогнать по полной. О, одного обогнал. И улетел. Да как так-то? Обогнал и улетел. Ладно, попытка номер 2, ребята. Так, у меня до сих пор 3-е место. Это очень хорошо. Так. Я 6-й. Подожди, ты 6-й. Ты 4-й был, в смысле ты 6-й? Ну, меня тогда погнали, я не офигел. Аккуратно, это хорошо. Нет, давай, лимонад. Опа, я 2-й. 2-е место. Реально? Да, если я обгоню 1 чувака еще, то я буду на 1-м месте. Но я уже сзади, Леха. Я опять сзади. Ой, тут бомбит кто-то еще. Так, чуваки, удерживаем позицию. Этот грузовик, если честно, вообще неуправляемый. 2-е место. Пусть второе все место. Скинут Джема. Так. О, меня колбасит. Не-не-не-не-не-не. Колбаска. Чуваки, держим баланс. Не улетай. Ну-ка. Нет. Да как им управлять-то, я не понимаю. Ребята, это реально невозможно. Меня уже желтый крендель догнал. Не-не-не-не. Паша, уйди. Не подходи ко мне. Так, ребята, тебя. Ребята, 5-е место. В смысле? Я был только что 2-м. Чуваки, все. Давайте камбэк. Тут еще подписчики жесткие. На руки флотик, ты знаешь. Офигевший. Все, ребята, собрались духом и аккуратненько проходим этот КамАЗ. Если честно, это как не КамАЗ. Это какой-то попрыгунчик как будто. Это грузовичок. Я пробку перелетел. Вот это лайк.
легко заслуживает. А я наоборот застрял. Блин. Это хорошо. Так, третье место. Это реально попрыгунчик. Нет, нет, ой, нет, только не в дырку. Воу-воу-воу-воу-воу. Дырка, дырка, давай. Аккуратно. Нет, нет, держись, держись, держись. О, колбасит. Второе место, второе место. Удержим позицию. Ребята, ребята, ребята. Нет, если стой. Получится пройти его с этого раза, то я просто охренею. Потому что, чуваки, фиолетовый баклажан. Мне кажется, не смотришь. Так, так, держим баланс, ну-ка, держим баланс, ну-ка, держим баланс. Да, заставился. Все, 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 все. Осталось 5 платформ, и я буду первым. Давай, 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 давай. Да, прошел его. Да, блин. Офигеть. Ну все, Паша, ой, я еду только мстить тебя. Стой, где только ты? Меня не скидывай, где не ты, надо. Желтый? А да, что ты скидывай? А дай мне проехать. Да, 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 да. Я говорил, ой, здорово, кукарекался. Минус Блейден! Ой, я засейвился. Ладно, сейчас мы это исправим, я зареспавнился. Нет, не надо, иди сюда, иди сюда. Подожди, не надо, ты мне войну обидел, Паша, я тебя тоже войну обидаю. Пока! Нет! Все, Блейден капут, чуваки. Дай мне выиграть. Ладно, ребята, я вроде бы подлетаю наверх, и вы посмотрите, чуваки реально пытаются пробки какие-то. О, меня подбили, меня подбили. Сос, прием, прием. На меня Rocket Wall всегда пал реактивный. Серьезно? Чуваки, еще немного, еще немного. А-а-а! Давай, давай, давай. Ух, еле-еле, в миллиметре я взял. Чекпоинт, и у меня второе место. Так, 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 там ребята. Так, а что это? Что это? У меня суперкар. Так, на суперкаре будет довольно трудно, потому что, ребята, суперкары, они не реактивные тачки. Так, давай, 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 давай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, нет, его же капец как колбасит будет по волнам. Ладно, ой, ладно, главное не сдаваться. Это вроде бы Ламборгини или Феррари или Макларен, что-то Лёх, непонятное. А чувак, почему ты справа, слева не едешь, что-то посередине так катаешься? Потому что, что ты офигел, что ли? Справа, слева стенки, если они меня будут защищать. Воу! И что? И, ребята, если я пойду слева, я могу улететь. Так, аккуратно. А вот теперь я мне капец. Я буду пожарского. Так, давай, 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 да, 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 да. Все, ой, надо найти последнего чела, который тоже едет на суперкаре, ребята, и обогнать его. Аккуратно, аккуратно. Скидывай нет, его. Нет, нет, стоп. Ладно, ладно. Тактика Юла. Тактика смертоносная Юла. Давай. Жесткая Юла. Вот это камбэк. Ребята, давай, 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 пожалуйста. Ой. Так, главное не раскачивать машину, не раскачивать. Нет. Раскачал, ну-ка, капец. Все, тихо, держим баланс, аккуратно, аккуратно. Давай, уйди, уйди. Ты какой крендель! Все, это Михаил. Я думал, это ты. Пипец! Я почти долетел до конца, пацаны! А я прошел! Ладно, ребята, попробуем поехать чисто по боку, по боку, по боку, по боку. По боку! Это давай, пипец. Там только тачка может в любой момент улететь сразу. Ладно, ой, раз, два, да, три. Ой, что за пробка внедорожная там внизу? Посторонись! Второе место. Надо возвращать свою позицию, чуваки. Ой-ой-ой, аккуратно. Надо газовать. С нами читер играет. Нет, нет, нет. В смысле? Нет, нет. Вон читер на парашюте летает, я его вижу сверху. Реально? Ох, мы негодяи такие. Первое место. У меня есть шанс, респавнимся. Третье место, пипец, вовремя зареспавнился. Все, все, ребята. А я вообще один стою. Как ты один стоишь? Ты сзади я меня ехал. Я не знаю, я обгоняю все время. Это пипец. Ладно, ребята, главное сейчас просто пройти суперкар, который нифига не управляется. Самый низкий, самый цепляющийся, что я и говорил. Управляем. Давай, давай, давай. Все, едем. Надо, короче, медленно проехать. Если медленно проехать, есть шанс реально занять еще первое место. О, какой элитка, едем, будет все классно. Нет, там уже самолеты летают черные какие-то. С дороги, посторонитесь, розовые какашки. Так, давайте. Уйди, ой, это же я розовый, блин, голубые я имел в виду. Так, аккуратненько, аккуратненько. Пипец, ребята, уже путают цвета на ходу. Так, все. Какашка. Все, первый спуск я проехал, осталось еще два спуска. Второй спуск, давай, давай, давай. Давай. Все, я второй на последнем спуске. Третий спуск. Меня крутит. Нет, 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 нет. Давай, Леха, живи. Я полетел в космос. Это пипец какой-то. Пятое место уже. Это жесть, пятое, это жесть. Ой. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, едем, ну-ка, сложно. Ну-ка. Едем, 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 едем. Там уже чуваки пишут, что это как скилл-тест какой-то. Это реально три спуска, как будто один большой это длинный жестко скилл-тест. Это жестко. Давай, оба, оба. О, нет, 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 нет. Держись, держись. Не летай, не падай, не падай, не падай. Все, ребята, блин, нафиг, я больше сбоку не поеду. Дай тебе в центр запрыгнуть, хотя бы стенки есть. Да, ух, стенки спасают. Все, четвертое место, камбэк. Камбэк должен произойти сегодня. И главное этих импостеров искать. А я седьмой. Все, аккуратно. Разгон, ой, разгон по прямой. Все, держим тачку. Надеюсь, не занесет. Надеюсь, не занесет. Ты, пожалуйста, главное, контролируй пожалуйста, ее, пожалуйста, пожалуйста. Тут меня еще самолеты сейчас будут контролировать. Так, аккуратно. О, контролирую, контролирую. Третье место. О, контролируется. Давай. Хреново контролируется. Нет, 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 нет. Только не в стенку, только не в стенку. Спасибо. Контролируем, контролируем. Нет, крутим, это крутим. Это скилл-тест. Так, это скилл-тест. Это Юла. Давай. Ребята, нет, нет, дрысь!
Пипец. Нет! Ладно, ребята, вроде набираем обороты. Над чуваками пролетаем аккуратненько. Нет, 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 только не ее, только не ее. Лёха, держись, давай. Я задом еду. Быстрей. Ты чё, аккуратней. Вот это сейф, вот это сейф. Нет, только не в стенку. Держись, 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 держись. Стой. Пакета. Я еле засейлся. Чуваки, нет, UQT. Вот он, негодяй. Так, ребята, он скидывает. Я его отомщу, я его отомщу. Это он меня скинул в начальном самолете, я бы с первого раза прошел. Так, аккуратно, аккуратно. Все, все, мне просто нужно проехать. Да капец, меня крутит, вертит. Нет, нет, давай, спрыгай, давай, я верю в тебя. Так, аккуратно, контролируем, контролируем машину. Боком, 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 да выровняйся ты. Три. Три платформы, две платформы, одна платформа. Есть. Ты есть. Это пипец, я это сделал, я это сделал. Чуваки, с вас однозначно. А теперь, где он, Михьют, этот он жёлтый? Он едет на первом этой я платформе. Я ему еду мстить. Так, ну-ка, выспаривай его. Сейчас, я его сейчас высмотрю. И как, скину нафиг. Вон он, ребята, я его отсюда вижу. Так, аккуратно. Он на эвакуаторе. Сейчас скинем. Сейчас скинем. Оп, оп. Время мстить. Полетел. Офигеть, я его в космос отправил, ты посмотри. Все, чуваки, теперь смело берем следующую точилу и там эвакуаторы. Ладно, я справлюсь. Я справлюсь. Вот он уже близко, чекпоинт, ребята. И теперь, наконец-то, следующая точила. Пятое место. Капец, меня четыре чувака обогнали. Так, так, так. Ой, я вообще восьмой пока что. Надо догонять. Я летающий баклажан. Чего такое? Это что за неуправляемая тарелка? Нафиг, неуправляемый баклажан. Ребята, верните мне обратно суперкар мой. Так, так, так. Это пипец. Второе место. Второй, нифига. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Если я сейчас в лепешку не превращусь на этом эвакуаторе. Давай, 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 контролируй. А что мне? Камеру можно, камеру можно. Да ну нафиг. Как? Как я это засейвил? Чуваки, лайкос, лайкос. Я просто на эвакуаторе как-то перековыркался и нормально проехал. Давай, 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 давай. Ты самый лучший эвакуаторщик, значит. Ребята, я реально прирожденный эвакуаторщик. Вот что значит битва эвакуаторов. Ребята, научился эвакуатором водить. Я даже Михьюте обогнал. Вон он, смотрите, сзади едет. А ты на каком месте вообще? А вон читер летит. Читер на первом месте. Ребята, он заметил, что я его спалил. Сейчас буду его скидывать нафиг. Охреневший! Охреневший! Ну это нечестно, ребят! Если читер займет первое место, мы ему, давайте договоримся, не засчитываем это место, потому что это незаконно. Вообще надо жалобу на него кинуть, чтобы его заблокировали. А то это пипец. Да, ладно, второе место удерживаем, ребята. И пока что наказание мне не светит. Но, Паша, сейчас давай я беру эту тачку, следующую, и через эту машину ты будешь кукарекать, согласен? Блин, ладно, да, согласен, давай. Сейчас я эту машину пройду, пожалуйста, дайте мне мотоцикл, просто мотоцикл. Я тебе догоню и займу первое место по-любому. Камер? Вы что, охренели, как я на камере поеду? Ладно, на камере я тоже сейчас догоню этого читера, так что давайте максимально газовать вперед. Аккуратненько, Ну-ка. О, а камер-то вообще офигенно едет. Ну-ка, это же внедорожник, это хорошая тачка. Да, он тоже как попрыгунчик, смотри, он просто по волнам прыгает, как прирожденный скилл-тестер. О, я первый. Да ладно, накаркал, сальто. Чего? Вот это трюки! Просто обогнал чувака с альтухой. Так, мистер, давайте вы мне минуту славы не будете устраивать передо мной тут, пожалуйста. Можно уехать куда-нибудь. Тут реально какой-то грузовик розовый подъехал. Нет, нет, я тихо скидывать. Теперь, ребята, война за первое место. Битва за первое место. Охреневший, он меня попытался скинуть. Так, ребята, эвакуатор. Брат, эвакуатор, помоги, забери меня отсюда. Так, вон он едет. Так, это война, все, разворачиваемся. Скидывай Миху. Так, аккуратно. Давай! Прям война так война! Иди-ка сюда! Давай, и на ноги! Оп! Так, я поехал. Мне кажется, он сейчас будет ответку мне кидать. Ребята, максимальный разгон! Первое место! Держи. Удерживаем! Это пипец! А ты там где едешь? А я сзади только на третьей платформе еду. Сейчас догоню! Давай, догоняй! Ну и, ребята, сейчас мы берем следующую точилу, удерживаем первое место. И как я возьму тачку, ты будешь кукарекать, Паша. Так, читер. Вижу читера. На ноги! Скидывай читера! Ребята, и пока не пройдем следующий чекпоинт. Три. Одна. Вот оно. И это у меня что? Пожалуйста, скажи, что это реактивная тачка. Реактивная тачка. Развалюха. Это пипец. Все, Паша, давай, кукарекай на счет три. Раз. Вот, 19 минут будет, ребята, снизу справа. И Паша кукарекает ровно одну минуту. Наказание. 5 секунд. 4. 3. Ладно, я еще поговорю. 2. 1. И... Здорово, цыпленок. Паша, как дела у тебя? Нормально все? Кукареку. Во-во-во, правильно. Кукареку. Да все, накукарекал мне тут. Я взорвался за тебя, пипец. Кукареку.
Это жесть. Ладно, ребята, догоняем третье место. Но ты на каком месте там? Я на девятом только еще. А что ты говоришь? Кукарекай должен. Это был провокационный вопрос. Давай. Кукареку. Нормально. Паш, у тебя там это, соперники есть? Кукареку. Ладно. Я на твоем языке разговаривать не умею. Ты пока там сам с собой покукарекай. Еще 30 секунд кукарекай. Кукарекай. Кукареку. О, смотрите, какой кукарекальчик. Так, ребята, только ты меня сейчас не накукарекай, взрыв снова. Так, второе место. Во-во-во-во, читеры летают. Так, нет, читер, охреневший. Все, это война. Если меня сейчас будут читеры скидывать, я просто охренею. Так, 10 секунд, кукарекай, давай. Кукареку. О, по твоей кукарелке я сейчас пройду, ребята. Давай. Так, они приносят мне удачу. Так. Все, 20 минут. Ребята, Паша выполнил наказание ровно 10 минут. Я не хочу больше выполнять наказание. Нет, Михью, ты остал меня. Уйди, противный. Он меня скинул в прошлый раз. Я его боюсь. Я развернула. Буду заново ехать. Ребята, вот так он не умеет, а вот так умеет. Нет, в смысле? Мое первое место. Я утонул в воде, пипец. Охренеть. Паша, надо было тебе покукарекать еще. Оно приносило мне удачу. Ой, Леха, я сюда. Давай, такси, вези. Быстрее. Ай, да у тебя низкий. Высокий эвакуатор, я не могу заехать. Я еду. Да вы кто такие? Это пипец. Это что происходит? Вау, здорово. Поехали вместе. Охренеть, ребята. Михьюте. Пипец. Если он меня обгонит и дает первое место, я офигею. Он получит наказание. Так, Давайте, я его уничтожу. Да, уничтожим по полной его. Ладно, ребят, давайте сделаем так. Если мы сегодня не сможем занять первое место, то мы оба с Пашей будем выполнять наказание в следующем ролике. Поэтому, двойное наказание, если что, придумайте. Пишите так, больше наказаний. Я обязан пройти. Главное, что меня истребители скинул. Так, летающий читер, я его видел на черном самолете. Берегись, опасайся читера, Паша. Леха, я сзади, давай. Это нечестно! Кто-то в самолеты разбросал свои! Ладно, давай! Ну-ка, давай, тачка! Ты сможешь, мини-купер! Все, я снова на этих платформах! Ребята, я должен пройти! Главное, чтобы меня не развернуло теперь второй раз! Что там говоришь? Главное, не улететь, говорю! А ты на каком месте? Я на 10-м вообще! Третье место! Все, 10-е! Пипец! Так, я пока топ-3 вхожу, ребята, надо еще двоих обогнать. И там Михьюте на первом месте, который меня скинул. А на втором месте читер. Так, где этот читер? Надо либо читера скинуть. Я придумал. Чего такое? И мне, я вижу снова читера. Иди сюда, давай. Взрывай его. Увернулся, запомните его. Все, ребята, первый последний раз с нами играет. Так, это пипец, это пипец. Это ты большой самолет летишь. Да, ну и смотри, если быть по-честному, я на втором месте, потому что передо мной читер, а он использует читы, и это нечестно. Ты на третьем месте вообще-то. Я на втором месте, в кавычках. Что? Ребята, давайте, главное, наша цель это Михьюте. Он на первом месте, он меня скинул, и он заплатит за это. Это пипец. Да, так, давай. Ребята, самое главное не проехать только в туннель в этот, и осталось последняя машина. Давай. Тачка. И все, наконец-то. Я вижу финиш на карте. Это полицейская. Заморозка. Тачка? Да, полицейская заморозилка. Ребята, я вижу последний чекпоинт. Давай. Просто газую по правой стороне. Третье место удержим. Главное догнать читера и первого чувака. Ты отстаешь от них что-то. В смысле отстаю? Насколько? Надалеко? Но очень много, очень капец как много, так что лучше газуй. Я сейчас дать 3 секунды догоню. Главное не попасть в дырку, ребята. Опа! Идеально. Профессионал. Я разогнался максимально жестко. Здорово, Миха. Оп, подвинься. Тихо. Оп. Так. Давайте, ребят. Еще сейчас будет 3 секунды и первое место. Так, Миха, едем. Аккуратно. Есть. Все, берем чекпоинт. Нет! Нога! Читер финишировал на первой позиции, ребята. Блин, напишите в комментариях, честно это было или нечестно. Потому что я лечу на финиш. Давай. Давай! Я самолет подводной лодкой взорвал. Чего? И, чуваки, у меня второе место горит. На первом месте читер у нас. И получается, у меня второе место. Блин, я проиграл. Поэтому, ребят, придумайте в комментариях наказание для меня и для Флейзда на следующий ролик. Ну, а с вами сегодня были мы, крутые пацаны. Михьюте тоже красавчик, он где-то там сзади. Может, кстати, он ждет нас на финише. Ну, а, ребята, с вами был Джел Флейзин. Ссылка на Паш будет как-то в описании. Всем удачи, всем пока, давай! Всем пока, нара! А я беру финиш!